Доброго дня. Яна. Андрій. Очень приятно. Взаєм. Ти одна? Я одна. Чому? Я, в принципе, разучилась вообще как-то общаться с людьми, находить с ними вообще какой-то общий язык, контакт. У меня была жесткая травля в школе. Я была очень бледная, очень-очень худая была. Волосы у меня постоянно пушились, путались. Вот просто у меня одуванчик был на голове. Я была реально гадким утенком. Когда я только начала краситься, то слишком желтая тоналка, то просто накрашусь, меня шарахаются. Парни специально так делали. Это хуже любого слова. Когда я приходила домой, это, конечно, было просто буря эмоций. Потому что все, что я копила все это время в школе, когда я сидела вот так на занятиях, я приходила домой, просто по синтезатору как-то экспрессивно пела, уже просто на взрыв. В школе ни разу не пела. Все говорили, что с моим голосом петь только в туалете или в ванной, или где угодно, но типа не высовываться. Я не знаю, как я выступлю сегодня на X-Factor'е, как вообще, если я буду ощущать, как я себя настрою. Вот эта доля неуверенности вот прям изнутри просто разрывает меня. Хочу уже самой себе доказать и уже все поставить, расставить по своим местам, потому что это уже все на грани. Здравствуйте. Привет. Привет. Меня зовут Яна, мне 19 лет, я з Києва. А це правда, що там з класом у вас проблеми були чи ні? І що? Що вони тролили? Я не розумію. Це до них питання. Це ж абсолютно не залежить ні від чого. Вони просто вирішують, що оця людина конкретно буде білою вороною і все, і поїхали. Зрозуміли? І що ще раз щось скажете на цю дівчину, я прийду та вуха повідриваю кожному з вас. Яночка, що буде співати? Буде під пісню Under Day Rise Up. Давай. Broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find the tiger by seeing it, so we go walk it out and move mountains. We go walk it out and move mountains.
дедушки. Ян, ти вже на X-Factor зараз стоїш, ти всім довела, що ти можеш. Я дуже хотів би, щоб ти далі пройшла. Яночка, я тобі кажу так. Дякую большое. Я теж тобі кажу так. Дякую. Знаете, вот эти истории я стараюсь не читать и не слушать, потому что они мешают объективности. А потом мне всех сразу жалко, я представляю, как мне хочется убить этих одноклассников всех. Не-не, меня жалеть не нужно. Не-не, я никогда это не делаю давно уже. Уже второй день. Яночка, я вам скажу, у вас есть абсолютные способности и ваши выступления на той территории, где очень много девушек, да, которые реально делают очень точно, очень точно. Поэтому я вам скажу, да. Спасибо, я вас очень люблю, обожаю всех вас четверых. Димка. Яна, у вас дуже впізнавальний вокал, для мене цього достатньо, я кажу так. Спасибо большое. Побачимося. Спасибо. Не верю. Yeah! Да ну, я не слушай, верю. Знаешь, это своим одноклассникам, коли підеш в школу, ти покажи цей виступ свій, окей? Запис такий, чпунь, і вони оп, і все, їх немає. Ми тобою пишаємося, буде добре, і далі буде більше. Я такий щасливий, що в цьому році дуже багато талановитих, яке залежить від цього нашої шоу-бізнес в Україні і тому подібне. І взагалі все залежить, насправді. Так, хлопці, я буду чесно сумувати. Я вас всіх обожаю. Чесно, чесно буду сумувати. Але ми побачимося зовсім скоро. Будемо ночувати.